зрители, подписчики, добрый день. В общем, ребятки, блин, Паша соскочил. Вот, в общем, я сейчас чем занимаюсь? Сейчас тяну всю проводку, именно проводку, которую сейчас покажу, именно под кабиной. Вот. Сейчас буду показывать вам. Блин, еще вспомнил, пока два провода увидел, все хорошо сейчас. Значит, смотрите. Коротенькое видео будет. Значит, тут, смотрите, тут я проводку кинул уже. Но это еще я ее кинул еще в прошлом году. Вот. Значит, у меня сзади будет вот такой вот Турция. Турция-шмурция. Тут она идет. В общем, через этот, поняли вы, через что? Ну, ладно, не важно. Вот. В общем, сейчас я что делаю, блин? Сейчас я, мне надо стопак. Ну, к стопакам, ко всей этой фигне. В общем, вот эти все, это я уже показывал. То есть, здесь у меня надо подсоединить будет. Ну, это вызванием его. Это получается температура моста, раз. Значит, температура моста 2, подогрев этой херни 3, потом на коробке температура коробки 3 или 4, значит, потом пониженный и повышенный датчик. Потом, это я как бы для себя и для вас. Потом 4 провода идет на этот. Ой, блин. На скорость. Вот. Потом выведу я датчик на давление в подушках. Потом, ну вот этот весь жмых. Приходит тут 12 проводов. Это еще по прошлому году подписывал. Вот они сюда подходят. Теперь, что мне надо сделать? Теперь я бахнул. Вот она. Это у меня получается задний ход. Так, датчик коробки, потом. Ну, в общем, отсюда у меня еще 12. То есть у меня сюда придет 12 проводов. Ну, то есть вот эти датчики, там вся эта херня, вот эта срань. 12 проводов мне дотянуть надо. Эти я уже провода начал сюда подтягивать. Значит, тут у меня что идет? Ну, соответственно, генератор. Генератор. Вернее, не генератор, а стартер. На ключ основной, и он же ушел в кабину на зарядку. Потом, значит, что мне еще тут надо? Херакнуть, сейчас я херакнуть. В общем, мне еще надо температурный датчик, вот который я вкрутил. Полностью жмых на генератор. В генераторе, ну, он уже подсоединен. То есть возбуждение, лампочка, потом тахометр и основной. То есть сейчас пока у меня получается, ребята, вот такой шлейф. Вот, вот это с генератора. Это у меня идет фары. Тут же, соответственно, и поворотники, все наверх уходит. Тут я, что я тут делаю? Блин, сейчас вылезу. Вот, тут я, значит, что я делаю? Я сейчас сюда в кабину все вытаскиваю. И подписываю. Вот это у меня вот коробка, генератор. Это спидометр. В общем, сейчас я буду эти... Сколько тут? 5 проводов. Потому что они через релюшки пойдут. Вот. Я их буду сейчас тянуть назад. Они все-то через релюшки пойдут. Но дело все в том, что надо сюда в кабину вытащить. И вот мне сейчас надо 12 проводов, блин. Где их брать? Ну, что-то у меня тут есть. Уже с проводки с американской ни хрена не остается. Ну так. Вот. Вот у меня это я покупал. Такой провод. Вот. Он получается тут где-то квадрата, наверное,
3. Вот. И есть еще у меня там с Москвы товарищ подгонял, но он сильно толстый. Вон он лежит. Он квадрата 4, он не пойдет. Вон он моток. В общем, сейчас я буду всю эту, ребята, срань собирать до кучи. Блин, что-то и проводов ни хрена нет уже, блин. Уже что-то пооставалось, блин. Хрень какая-то, блин. Ну, то есть, в принципе, тут еще есть длинный. Но сейчас буду. Вот у меня еще кусок нормальный идет. Вот у меня провода я рубанул, блин. Но не короткие, блин. Так, тут надо, тут вообще ни хрена нету гофре. Вот у меня провода идут. Это, по всей видимости, сигнализация была или что-то такое. Не знаю, что-то за срань. Сейчас отсюда вытаскиваю провода. Вот. Ну и, соответственно, буду... А вот еще провод есть. Я не знаю, что это было, блин. Ну, что-то было. Вот его, в принципе, должно хватить мне. Ну, в общем, сейчас буду набирать, подбивать. И там все это пойдет. Видно будет, что дальше. Вот и все, ребята. Все, что осталось. Вот кусочки проводки. Вон немножко проводки. Ну и вот так вот все. Вот это все, что осталось с проводки с родной. Еще добавил, получается, 40 метров, блин. Вот этой вот желтой, блин. В общем, все. Косы готовы. Датчики все подключены. Сейчас, ну как подключены, выведены провода. Сейчас это все я приготовил. Вот, сейчас это буду все запаковывать в ПВХ-шку, потом сверху этой гофрой. Здесь внутри повыводил, блин. Вот так вот, блин, повыводил. И все понаписывал. Галогенки, датчик двигателя температурный. Ну, поняли, там генератор, повороты, свет, вся фигня. Ну, в общем, здесь он коробка, спидометр, задний ход. В общем, все здесь вот так вот есть, туда все достает. Так, сейчас у меня задача в следующем, блин. Так, ребята, весь день уже солнышко скоро зайдет. Сейчас, думаю, хочу замотать это все. Вот, в общем, сейчас быстро буду заматывать всю эту хрень, блин, приводить в порядок. То есть хочу сделать, чтобы у меня все это было в ПВХ-шке. Ну, соответственно, в гофре, а потом вот так обмотано. Сейчас это все. Вот такой получился жмых проводов. Вроде фигня, а проводов, блин, да до хрена, блин. 12, 18 штук, блин. Так вот, блин. В общем, домотал я эту всю хрень. Так вот это, ребята, все получилось. В общем, такие лианы, блин. Она жесткая просто, блин, до жопы, блин. Вот. Вот такие корни. Сейчас буду доставать гофру, какая там пооставалась. Так, что у меня тут с гофрой есть? Вот смотрите, американская гофра. Видите, как американцы перематывают. Вот они. Гофре лежит. Неудобно одной рукой разматывать. Гофре лежит, и видите, изолентой стянуто. Ну, как бы не вплотную, но стянутой изолентой, чтобы проводка не перетиралась. А если сюда просто забросить, жопа и будет через полгода, блин. В общем, ребята, потемнело уже. Это просто жопа, блин, а. В общем, накрутился я проводку. До метеликов, блин, в глазах, блин. В общем, собрал я ее тут. Ну, завтра уже буду пихать ее сюда, блин. В общем, такая проводка. Вот так я ее бахнул. Все в гофре. Вот. Все вот эти отводы. Ну, то есть, как она с завода шла. Она даже с завода так не шла.
Вот так вот это все дело выглядит. В общем, нахренячил я ее. Надо вот эту фигню открутить, мне будет чуть вперед ее двинуть. Ну, в общем, она уже залипла туда, ее можно вообще не прикручивать, так бросить ее. В общем, что, внутри я прокрутил ее. Вот, потом прокрутил ее, потом одел гофру. Одел снаружи, блин, все повыводил, блин. Вообще, блин, просто тут, блин, все вот эти старые гофры, которые есть, повытирал. Вот. Все закинул в нее. Сейчас чуть уберу. И уже, ребята, она сегодня хорош. Вот, так что завтра я буду пихать, толкать, сувать, доделывать. Вот. То есть мне ее надо в раму уложить. Ну, соответственно, уже там буду дальше смотреть. В общем, пишите комментарии, пошел я отдыхать. Ну, нахер.